7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А, в принципе, дальше не хотел. Так, в общем, проехал 318 километров. На обратном пути заправлюсь. Сейчас где-нибудь остановлюсь, надо визор протереть. Ну, тут как кемпинги. Чистенький выезжал. Все. И в брызгах, и опять мыть надо. Так, немного остановился. Визор протереть. А тут памятник, оказывается. Немного стекло потер, но это невозможно, мыть надо. Какие там на меня напали? Короче, что-то много их там. Домой еду, вообще прикольно. На встречу до этого попалось только два мотоцикла. Это где-то за полчаса езды. Шапки зимние. Слева и справа. А одному тоже прикольно ехать. Ну, вдвоем интереснее. Сфотаться как-то не получается. А тут с какой скоростью хочешь такое едь, я остановился. Сейчас будет заправку посолиднее найти. Это вообще маленький ручей. Тормозим. Не поймешь, куда они побегут. Я сам испугался.
еще. Бросали продукты жизнедеятельности коровьи лепехи. Опять выскочил. Еще не выпадает. Гнездо раздолбано. Столбики какие-то все поваленные, полихачили тут. Интересно. О, вообще обалдеть. Все, надо заправиться. 401 километр от дома. Доеду я без заправки. Здрасте, 4-95, ну где-то 20. Угу. Вторая сдача. Это вам отдать? Нет? Спасибо. Уйди он тут. Как говорил, 401 километр 300 проехал. Сейчас заправился, как обычно, последнее не показывает. А залил где-то 17 800, что ли. Хотел пиццу у нее там взять. 675 рублей. А, ведь закончилось. Знак был до КУПЭ 109. Нормально. Сегодня несколько раз уже стекло протирал. Без слов.
Это интересно, куда съезд. Так, хорошо, нравится. А это отдельно продается, да? Да, и он голый берется, потом уже отдельно. А, эти, это. Но я чисто для него брал, можно для другой капа, например, модель есть. А, под заказ, да, сидит? Да, я брал на Е-Кавасаки, это в Москве. А они что-то через Японию раньше, а сейчас уже трудно. Они же с нами не дружат теперь. Магнитолу сам поставили. Угу. Ладно, спасибо. Ага, спасибо. На, вам тормознули, посмотрели водительское, где запчасти на монстр беру. Все? Что-то решил вот поизлю послушать. Да этот участок что-то не очень. Видать, грунт провалился. Лес рубят, щепки летят. Вообще клевая песня. Вот до сих пор у меня навигации нет. Надо дома, короче, скачать карты Бурятии. А я думал, что он мне не находит эти монды, когда я ему путь прокладывал. Широкая речка. Рогами по щину подругу долбанула. Тоже тормозят, с палкой стоят. Сделал остановку. Это линзу протереть. Ну это вообще. Недавно потерял. Убийца мух. Мыться будем скоро. Салфеточкой не хочет оттираться. Короче, мыть надо. Ладно, поеду дальше. Художника. Тут в теньке прохладненько, и тем более к Байкалу подъезжаем. Немного осталось. Ну, кафе где ели. Штормит. Два
вроде молодой, аж больной. Тут рыбку продают. Но мы на тот рынок, на рыбный. Опять местные стоят. Здрасте. Здравствуйте. Что у вас горячего есть? Горяченько, только с коптилочки горяченько. Это кто у нас? Здесь омуль, хариус и омуль крупный. А этот крупный, это сколько он? 500 рублей. А вот эти поменьше? 400, да. Поменьше вот такие вот хрюски по 200 рублей, а такой по 150. Так, горячий суп в этот мешочек. Угу. Не в этот пакет. Ну, тут бокал. Так, до дома 95 пишет. Сейчас 37 ехать. Ну, посмотрим, сейчас 5:40. Сорок шесть, семь. Ну, в начале восьмого, как бы, должен приехать. Шире хотят сделать. Это бы прикольно было. А, оно и было шире. Просто грязюка не видно. Ух ты, ё-моё. Херо, что это было? 75, Иркутск. А, ну да, у меня и тут тоже 74, брат, показывает. Не врут знаки. Что-то машин поломанных много. Вроде пятая. Все, капот открытый. О, еще один. Спорты. Вот особо мы и поехали. Черти напулили.
Короче, я угадал, Версис там был литровый. Я его обогнал. Ну что получилось сегодня? 635 километров, 600 метров. А от заправки 268. Грязненький.